Так, всем патронам привет, всем игровым. Я только что встал, поэтому не обращайте внимания на припухшесть. Обратите внимание на розыгрыш, который мы сейчас быстренько проведем. Передо мной список из всех патронов за январь. И давайте я сразу покажу. Без катов, да, без катов. Январь. Тут вот так вот быстренько все мои патроны. И сверху донизу я пронумеровал по числам 1, 2, 3, вплоть до 12. Мы идем на random.org. И так, здесь сделаем 12. Да? Я ей показываю вообще, нет? Вот. 12. Так. И нажмем кнопку Generate. Так. 12-й человек. Так, сейчас посмотрим, кто там 12-й. Ага, это Михаил Бугаев. Михаил Бугаев, здесь мое видео, которое обрабатываю. Опа. Михаил Бугаев, тут и mail указан. Я тебе сначала в личку напишу на патроне, если не ответишь, то на обычную почту. Но да, обратись ко мне со своими полными данными. То есть, куда тебя отсылать, что. А что я буду отсылать, это я уже говорил в предыдущем видео. Крыло от QuickCard. Я две штуки заказал с Kickstarter. Соответственно, они оба придут ко мне. Соответственно, оба я их протестирую, сделаю видео. И одно из этих крыльев потом переправлю тебе. И надеюсь, это будет здорово. Для тебя ты сможешь его как-то использовать, в том числе они продаются по одному, да, тут не думаю, что я, или не думайте, что я разыгрывал что-то неполноценное, да, они продаются по одному, не всем нужны передние крылья, не всем нужны там задние, кто-то, в основном эти крылья в том числе используются для групповых гонок, чтобы ты человеку сзади глаза все не застилал водичкой. Вот, будет интересно, когда что пришлют. Камил сказал, что в апреле вроде Kickstarter обещал все это сделать. Так что здесь терпение по-любому. Михаил, надеюсь, потерпишь. Вот, и это было все к нашему старому проекту. По новому проекту, еще раз скажу, мы собираем денежку дополнительную, Камиль, на велосипед. Конечно же, велосипед будет в любом случае, но какой именно, да, что в нем будет, что в нем не будет, в том числе, конечно, будет зависеть от вашей поддержки. И 14 человек вас сейчас уже поддерживает. Это, конечно, здорово. Мы планируем, кому интересно, сейчас все равно видео короткое, наверное, будет время посмотреть. Мы планируем что-то на алюминиевой раме, что-то хорошее, конечно же, на алюминиевой раме, типа К12, такие вещи, но и БУ, конечно, будем смотреть, все зависит будет от бюджета. К12 тоже выше штуки по-любому стоит. По группе приключения от 105, я думаю, мы будем начинать где-то так. Альтегра старая, можно даже Альтегру старую 6700, можно новую 105-ю, в принципе, особой роли это не играет в Ватметр когда-нибудь, да? Все зависит от бюджета, Ватметр от Stages будет с левой лапкой, это понятно, зависит от бюджета, может и Дезиру тоже будет какой-нибудь бэушный, здоровский, дешевче. Педальки MTB, какие там А530, которые я уже говорил, по-моему, где с одной стороны можно с обычной обувью, чтобы велосипед опять-таки использовался для комьюта, и на другой стороне, соответственно, контакты под SPD. Вот, и какой-нибудь такой скромный белый компьютер, без карт, конечно. У меня карта уже есть, Камила вряд ли одна будет ездить какие-то далекие походы, в которых у нее не будет сопровождения того, кто имеет карту. Вот, и по велоформе там буквально минимально нужно шорты только купить. Такие вещи. Это было, в принципе, все. Stay tuned for more. Если мы проект этот по велосипеду завершим, возможно, я восстановлю старый формат, да, в зависимости от того, будет ли спрос на это дело. Старый формат, напомню, он заключался в том, что мы собирали на всякие вещи,
которые я покупал бы, тестировал и отсылал, разыгрывал между вами. Вот. Это то, что я сейчас сделал с крылом. И я вот тут смотрю, цели у нас какие-то неактуальные. А, это первая цель только. Какая-то вазектомия тут. Есть $400, наберем вазектомию. Нет, это хрень какая-то. Давайте я это исправлю быстренько. Все. Спасибо за внимание и за поддержку. Это просто мега, да? Действительно, доллар это фигня, но, как показывает практика, для многих это непосильная и с психологической точки зрения, наверное, в основном, но и, к сожалению, с финансовой проблема. Но не для вас, видимо, за это абсолютно ценим вашу поддержку. Да-да. Так, я совсем забыл всем еще не игровым, но желающим поддержать мой канал, конечно же, ссылка на Patreon будет в описании. Там можно задонатить и участвовать вот в таком вот проекте по сбору или покупке целого велосипеда для Камилы. В том числе, что за проект? Мы покупаем велосипед. Вау, я буду весь этот проект, конечно же, вести на YouTube. Если это будет сборка, то будут видео по сборке. Пожалуйста, это херовой тучи контента для моего канала, да, чем не проект. Но если не хочешь поддержать, во, без проблем, чувак, я не нужен никаких оправданий, я все понимаю. Тут не важно по каким причинам, но в том числе добавил опцию от DonatePay. Да, кажется, там они принимают Kiwi, Яндекс.Мани, Веб.Мани, кредитка, PayPal, вообще все что угодно, нафиг. И в том числе DonatPay я буду в стриме использовать, попробую, по крайней мере, надеюсь, тормозить не будет. Вот, и его можно тоже использовать, если у вас нету ни PayPal, ни кредитки. Это теперь было все. Спасибо еще раз всем желающим поддержать нас.